Привет всем! С вами Наталья Тен. И на этом канале мы с вами едим, путешествуем и немножечко безобразничаем. Могу сказать со всей ответственностью, я читаю все комментарии. Я их читаю и принимаю к сведению все вопросы, которые задают мне подписчики. Про мою татуировку спрашивают постоянно. Почему ты, мусульманка, с татухой? Или ты что, сидела? Начнем с того, что я не мусульманка. И вообще-то я православная христианка. А по национальности кореянка. Это, кстати, тоже все время у меня спрашивают. Да, у меня действительно есть татуировка. Ну, я вам сейчас ее покажу. Прям покажу. У меня здесь ящерица, солнце и черепаха. Сделала я эту татуировку в 2017 году. Мне тогда было 44 года. Сейчас все начали считать, сколько мне сейчас лет. Да-да-да, вы правы. Татуировка у меня в стиле татуировок французской Полинезии. Кстати, это место, откуда татуировки и начались. Слово «татуировка» произошло от таитянского слова «татуа», что значит «рисунок на коже человека». И первым это слово ввел в лексикон Джеймс Кук. Слышали про такого, когда он побывал на тех островах, которые сейчас называются его именем? Вообще, на самом деле, острова французской Полинезии, включая Новую Зеландию и всю Океанию, когда-то очень-очень много лет назад это была одна земля. А потом их разделил океан на разные острова. Но традиции татуировок остались практически на всех островах. И даже сейчас, когда вы туда приезжаете, вы можете увидеть очень много людей с татуировками. Причем татуировки будут не одна-две, а по всему телу. Как раз в тот год, когда я сделала себе эту татуировку, я поехала туда, во французскую Полинезию. И местные жители сразу же определили, что это их татуировка, и сказали мне, что это значит. Ящерица значит сила, солнце – процветание, черепаха – мудрость и долголетие. Рассказывая про свою татуировку, я не смогла не увлечься и не рассказать вам чуть-чуть про французскую Полинезию. Немножечко перекрикивая дождь, вы слышите? Я делаю этот ролик в такой сильный ливень, вы себе не представляете, что вокруг. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос, и вы теперь перестанете меня беспрестанно спрашивать, что у тебя за татуировка и почему она у тебя есть. Но комментарии обязательно пишите, я их читаю. А еще путешествуйте вкусно и подписывайтесь на канал. До встречи в новых роликах и рекомендациях YouTube.